Речь идет о магазинах, расположенных на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов. Хмельная застава, несмотря на запрет в новом году, продолжила продажу разливного пенного напитка. Это прямое нарушение закона 3497, который был принят в октябре прошлого года на Кубани. Причем все предприниматели были оповещены заранее. В конце декабря мы проводили, департамент потребительской сферы проводил совещание рабочее с предпринимателями, то есть о вступлении в силу данного закона. Также управлением торговли проводилось рабочее совещание в администрации муниципального образования города Куратанапа. Несмотря на то, что все остальные документы, включая сертификаты на продукцию у владельцев в полном порядке, факт нарушения доказан. Теперь собственнику грозит не только изъятие более полутонны разливного пива, но и судебное разбирательство. Вся алкогольная продукция, которая осуществляется, реализация которой осуществляется в розлив, будет изъята. В отношении хозяйствующего субъекта будет социально-административный протокол. Материал направлен в суд для принятия решения о конфискации алкогольной продукции и о принятии решения по штрафным санкциям. С начала года это уже шестой магазин, подвергшийся проверке. Полиция еще раз предупреждает предпринимателей о полном запрете продажи разливного пива в многоквартирных домах. Ведь кроме конфискации продукции, должностному лицу придется заплатить штраф в размере 10 000 рублей.